Всем привет, с вами Герман Пермяков, вы смотрите канал Redline TV. И сегодня необычный ролик, да, который я просто хотел бы показать. Хотел показать, почему я выбрал все-таки эстонское гражданство. Эстонское электронное гражданство вот с помощью такой карточки, которую вот я получил, да, вот неоднократно уже показывал в таком наборчике. Вот, почему я все-таки его выбрал. Первое. Это безбумажная работа. Ребята, вот действительно, мы живем в 21 веке, и действительно странно видеть, сегодня есть биткоин, сегодня можно рассчитываться там, интернет-картами, можно бесконтактными картами, через NFC-технологии. И получается, что... Да, вот я даже смотрю сейчас на бумажные деньги на кассах в магазинах, и мне кажется, это вот каким-то уже диким, да, хотя вот я буквально уже вот год не пользуюсь бумажными деньгами, ну, только периодически где-то, если это действительно нужно, иду в банкомат, но в большинстве слоев, в большинстве случаев у меня, ну, в 85% случаев я уже не пользуюсь бумажными деньгами. То есть сегодня есть технологии, когда можно открыть фирму, не выходя из дома. То есть понятно, что в наших странах, где мы это делаем, я не знаю, где вы живете, но даже вот в Европе, я рассматривал, прежде чем дойти до эстонского электронного гражданства, я рассматривал Болгарию. В Болгарии, да, можно отправлять, тоже можно открыть, но опять же, в зависимости от какой фирмы, через которую открываешь, то есть есть фирмы, которые откроют тебе по доверенности фирму, по доверенности, еще раз повторяю, фирму в Болгарии. А есть те, которые настоятельно советуют туда приехать и открыть. То есть это все равно нужно ехать куда-то и тратить свое время, тратить свои деньги на переезды, чтобы открыть. Многие, конечно, вам скажут, ну это же фирму открывать, надо же все-таки поехать, все-таки это же не в магазин за пивом сходить, правильно? Но поймите, как бы время, ну как бы это важный фактор, тем более если есть такие технологии, зачем вот мне ездить в Эстонию, допустим, она мне находится от меня там в полутора или двух тысяч километрах. Почему я это должен делать, когда ты можешь делать, не выходя из дома? Или фактически не выходя из дома. То есть я съездил в Киев в посольство, в эстонское. То есть мне вот это подошло. То есть я могу это сделать, не выходя фактически из дома, из своей обстановки. Дальше. В Болгарии мне предложили... Понятно, там, если идет работа с бухгалтерами, то, естественно, нужно... У меня в фирме множество инвойсов. То есть я должен отправлять кучу инвойсов, мало того, что отдельно, по интернету, по имейлу. Второе, я должен распечатывать тонну бумаги, заказывать курьера международного, там, DHL, там, не знаю, FedEx или что там еще ходит, ну, какие-то, может, дешевые, но, тем не менее, это все международная отправка, и отправлять эту тонну бумаги в Болгарию, чтобы своей фирме показать, что вот у меня вот еще теперь дополнительно есть распечатанный инвойс. Ну, вы поймите, это тот же Евросоюз, что Эстония, что Болгария, но вот Болгария еще не доросла до этого. Поэтому здесь полностью безбумажная технология. Если мне нужно что-то подписать, я вставляю вот этот чип в программу специальную. Я думаю, у нас на канале специально скоро выйдет информация, да, я вам просто покажу, как это делается. Вставляется специальное устройство, нажимается кнопочка, вводится пин-код, и считайте, что электронная подпись моя на документе стоит. Это очень удобно. Поэтому я считаю, что электронное гражданство эстонское очень помогает сейчас людям. Второе. Почему я выбрал эстонское гражданство? Это да, это уже второе, я уже сказал, да, то, что я, не выходя из дома, могу ее сделать. И третье, это то, что я могу пользоваться теперь всеми преимуществами платежных систем европейских. То есть сегодня, понятно, в Украине нет PayPal. Например, он есть, но он работает только на отправку, на прием он не работает. И на вывод он тоже не работает. То есть он калечный, ну, калека. То есть он ограниченный, то есть его смысла нету. А сегодня PayPal пользуется, наверное, полмира. Да, и как бы когда ты говоришь тем же индусам,
Вот вы поймите, вот Индия, или просто, как, не знаю, какая-то, ну, даже вот, вот я вот сколько работаю с индусами, у нас достаточно много информации, как бы, работы, индусы на меня смотрят и не верят, как это у вас в Европе, они считают, что Украина, это почти Европа, не работает PayPal, вы понимаете? То есть, когда говоришь индусам, что у тебя нет PayPal, они, в общем-то, крутят у виска, как так у вас его нет. Когда ты говоришь таиландцам, когда ты же говоришь сингапурцам, или когда-то, что у тебя нет PayPal, на тебя смотрят, как на какого-то там страну, наверное, не третьего, а какого-то десятого мира. Поэтому очень удобно, что, в общем-то, ну, для России, России есть PayPal, как бы, там хорошо, но у России есть свои заморочки, я сейчас скажу почему. То есть есть тоже спокойно может пользоваться всеми привилегиями PayPal и банковских карт, которые будут зарегистрированы на ваш счет вашей компании. Еще финтех компании, компании платежных систем. Понятно, в России может и есть PayPal, но Россия не входит в зону европейского экономического сообщества. Как, так же, как и Украина, в общем-то, несмотря, не знаю, к чему шла Украина эти годы, но никуда она не пришла. Вот, и, то есть, все мы знаем ситуацию с Advanced Cash. Advanced Cash отрубила с января месяца все платежные карты, которые у них были. Даже я вам сейчас покажу, вот они у меня еще остались. Я не уничтожал. Вот. Вот эти карты. Эти карты я заказывал в том году. Они, ну, даже номера не показывают, они уже не действительные. Вот, то есть эти карты уже недействительны, их нет. В том году я их заказывал как платежное средство, очень удобно было с ними ездить по Европе в нескольких странах. Сейчас, к сожалению, нет. Сейчас они работают только, если вы находитесь, живете в Европе или находитесь в Европе. То есть точно так же позакрывались платежные карты PAYR, PSR. Скрилл, у Скрилла тоже были. Хорошо, что еще работают у нас Payoneer. Вот. Но большинство систем все-таки закрыто для жителей стран СНГ. То есть, если вы не находитесь в стране Евросоюза или Европейского экономического сообщества, куда входит, предположим, не знаю, вот Черногория, по-моему, туда входит, да, вот. Она вроде как бы не Евросоюз, но вот входит туда Черногория. Вот. Ну, то есть. В общем, если вы не входите в этот ряд список стран, то вам этих возможностей никто не даст. А вот эта карточка электронного резидентства эстонского, она дает эти возможности. То есть вы можете спокойно, находясь в Украине, в России, в Казахстане, там, в Беларуси, спокойно получить, взять себе карту Skrill, спокойно получить себе карту PayZer, спокойно можете получить ну, даже карту PayPal или как бы лимиты PayPal, потому что лимиты PayPal для России и для Эстонии — это вообще две большие разницы. То есть, как говорят у нас в Одессе, да, то есть то, что лимит для России и лимит для Европы — это разные вещи, поэтому, естественно, лимит для Эстонии вам, если вам нужны большие лимиты, вам дадут PayPal с большими лимитами при выводе там или при вводе, при оборотах, естественно, с эстонскими корнями, да, чем с российскими. Ну, если мы сравниваем по PayPal. То есть, в общем-то, вот этих три пункта, три преимущества, которые, в общем-то, я увидел, я вам покажу сразу вот в скринах в конце сейчас моего вот этого монолога, да, я вам просто покажу скрины, как я сидя дома, ну, конечно, надо было попить чай, надо было посидеть полтора часика возле компьютера, помониториться, посмотреть, но в конце концов полтора часа дома в халате и в тапочках, и зарегистрированная фирма через сутки у вас в кармане. Абсолютно, мне пришел имейл, поздравляем, ваша фирма зарегистрирована, вот вам номер вашей фирмы, единый номер для всех стран Евросоюза. Поэтому, кто еще не получает вот такую карточку, не забывайте получать, внизу будут ссылки на видео, как ее можно получить, как это делать. Все, спасибо за внимание, с вами был Герман Пермяков, пока.